Что такое колеблющиеся блесны и зачем они нужны? Ну, ни для кого не секрет, что в принципе колеблющиеся блесны были одни из самых первых спиннинговых приманок, которыми начали успешно ловить рыбу. В чем же секрет колеблющихся блесен? Почему по прошествии там многих столетий они до сих пор пользуются популярностью и в некоторых водоемах не имеют себе равных по ловле рыбы, практически любой рыбы? Во-первых, колеблющаяся блесна формой своей и телом напоминает рыбку. Конечно, когда держишь ее в руках, трудно сказать, что вот эта вот приманка может быть похожа на рыбку. Но когда блесна проводится в воде, когда ей придают движение разнообразными движениями спиннинга, прерывистым вращением катушки, просто равномерной проводкой, колеблющаяся блесна оживает. Она начинает очень хорошо имитировать, во-первых, рыбу. Во-вторых, она создает колебания низкочастотные, которые зачастую рыбы предпочитают высокочастотным. Самая простая и самая такая незамысловатая колеблющаяся блесна – это обычная ложка. Как известно, многие рыболовы даже до сих пор так поступают. Берут обычную столовую ложку, отрезают у нее черенок. С самой ложки делают такую широкую блесну, которая предназначена для ловли, скажем, щуки. А из черенка ложки делают узенькую такую пилькероподобную блесну для ловли судака или жереха. Блесен очень много. Почему колеблющаяся блесна так хорошо работает в воде? Ну, естественно, прямых колеблющихся блесен практически не бывает. То есть обычный какой-нибудь металлический пруток. Чтобы колеблющаяся блесна работала, она должна иметь какую-то или оригинальную форму, изогнутую, определенную форму, или должна неравномерную по толщине металла профиль иметь. Почему колеблющаяся блесна вообще работает и ловит рыбу? Потому что она имеет оригинальную довольно-таки форму. То есть, вот, к примеру, взять вот такую блесну. Вот совершенно сразу бросается в глаза, что она имеет такую выгнутый профиль, довольно-таки сложный. То есть, с одной стороны, вот такой профиль, то есть это берется обычный листовой металл и каким-то образом штампуется так, что получается такой изогнутый профиль. Вот за счет вот этих выпуклостей, неравномерности по ширине, колеблющаяся блесна при проводке начинает совершать рыскающие движения. Вот такие. Давайте теперь остановимся на вообще основных элементах колеблющейся блесны. Вот это, можно сказать, одна из таких классических колеблющихся блесен. Значит, что входит в состав колеблющейся блесны? Ну, во-первых, это само тело блесны. Тело блесны может быть из листового металла, может быть из всевозможных прутков, может быть из трубок, может быть из свинца отлито. Практически из любого металла, даже из пластмассы делают колеблющиеся блесны. Итак, колеблющаяся блесна имеет тело. В передней части и в задней части, как правило, колеблющиеся блесны имеются отверстия. Значит, за отверстие обязательно крепится заводное кольцо и вертлюжок. С другой стороны, тоже заводное колечко, тройник. И часто вот многие производители блесен ставят вот такой вот элемент дополнительный, как вот хвостик такой пластиковый. То есть его можно ставить, можно не ставить, но хвостик, помимо как бы привлекающей рыбы функции, он еще и дополнительно немножко стабилизирует блесну. Вот в принципе, вот по такой схеме компонуются практически все колеблющиеся блесны. Что происходит в тот момент, когда колеблющаяся блесна движется в воде? Ну, во-первых, как бы можно сказать, что колеблющаяся блесна — это не такая шумная приманка, как, например, вертушки, спиннербейты, те же воблеры, потому что вибрацию она такую не дает, такую высокочастотную. С другой стороны, сказать, что колеблющаяся блесна не дает высокую частоту, тоже нельзя, потому что, вот смотрите, вот если вот начать вот так вот дергать, то слышно, что звенят заводные кольца, тройник, вертлюжок. Все это звенит и создает определенную частоту. Это первое. То есть это как бы высокочастотная вибрация. А во время проводки сама колеблющаяся блесна идет довольно-таки широко. И чем шире колеблющаяся блесна, тем большую
площадь поверхности она имеет, тем больше она давит на воду, и рыба слышит эти колебания. То есть колеблющаяся блесна, вот, например, такого размера, она в принципе имитирует рыбку такого же самого размера. Если мы возьмем более выгнутую блесну, более изогнутую, которая будет при проводке сильное сопротивление оказывать, она будет давать большую вибрацию. Блесны, которые имеют как бы более узкое тело, они дают меньшую вибрацию, но зато как бы имитируют узкотелую рыбку. То есть, в принципе, каждая колеблющаяся блесна, она имитирует определенный кормовой объект хищника. И какой этот кормовой объект, сразу заранее довольно сложно сказать. Вот по приезде на водоем очень полезно, словив щуку, например, первую, или любого хищника, которого вы собираетесь ловить, самое главное постараться поймать этого хищника, хотя бы одного. После того, как его поймали, потрошим его и смотрим в желудке, какой тип рыбок он ест. Если это, например, карась, то, соответственно, надо подбирать такую более широкую блесну. Если уклеек, это значит, надо более узкую длинную блесну подбирать. И вот из этих соображений исходить. И то же самое, каждая блесна имеет свой характерный ход, свои характерные колебания. Одни блесны колеблются широко, другие мелко, одни имеют довольно-таки ровный ход. То есть, если мы, например, их ведем равномерно, подбираем хорошо скорость подмотки, они играют очень стабильно, то есть они вот так вот качаются спокойненько из стороны в сторону. И получается, что как бы вибрация очень повторяемая. А есть блесна, например, которые имеют как бы неровный ход. То есть при проводке она, например, идет два раза в одну сторону, потом сбивается с ритма в другую сторону, потом два раза в другую сторону и обратно. И какой принцип игры блесны лучший, оказывается, до сих пор не ясно. Вот как бы среди начинающих рыболовов до сих пор идут споры, какая блесна самая лучшая. Ну, если как бы многие попадают рыболовы в такие споры, более опытные, они просто усмехаются. Менее опытные начинают там с яростью доказывать, что, например, Кастмастер – это лучшая блесна всех времен и народов. Другие говорят, что блесна Тоби. На самом деле, если объективно посмотреть вот на эту проблему, то оказывается, что в принципе лучших блесен нету. То есть нельзя сказать, что одна блесна вот она самая лучшая. Всегда существуют различные блесны, всегда существуют блесны, которые, например, хорошо приспособлены под определенные водоемы. Как ее, эту блесну, найти? То есть можно купить целый набор различных блесен и методом перебора найти эту блесну. Можно подойти как бы к проблеме немножко иначе. То есть посмотреть, какой основной корм у хищника в данном водоеме. Посмотреть, какими рыбками он питается, как эти рыбки передвигаются, какой они имеют цвет. В какое время они где находятся, мальки, которыми питается хищник. И вот если подходить к делу более творчески, то оказывается, что в принципе колеблющаяся блесна – это не такая сложная штука, ее можно даже самому сделать, это несложно. И в принципе не надо как бы уповать на превосходство всего фирменного. Если, например, скажем, вращающуюся блесну хорошую или воблер сделать довольно сложно, то колеблющаяся блесна, в общем-то, колеблющаяся блесна – это не такая сложная приманка в технологии изготовления, скажем так, но в то же время достаточно эффективная. Если бы были какие-то суперсовременные секреты, суперсовершенные секреты колеблющихся блесен, то наверняка как бы была бы блесна и не было бы такого разнообразия блесен. То есть как бы сделали, допустим, один тип блесен, он хорошо работает, хорошо привлекает практически всех хищников. Но если посмотреть, огромное количество блесен, огромные изгибы, огромные варианты изгибов, профилей, прутки металлические, свинцовые пилькеры, всевозможные там трехгранки, шестигранки блесны, всевозможные блесны глиссирующего типа, которые выходят при подмотке на поверхность. Все приманки, в принципе, узкоспециальные, поэтому нельзя сказать, что одна приманка однозначно лучше другой. По этой причине, в принципе, если взять в руки любую, даже самую плохо играющую колеблющуюся блесну, если вы хотя бы немножко представляете, что такое колеблющаяся блесна, если вы пробовали на них ловить, на эти колеблющиеся блесны, и знаете, что, в принципе, можно поймать на любую блесну, то можно совершенно спокойно ловить на любой тип искусственных приманок вот, из колеблющихся блесен. Скажем так, плохо работающих колеблющихся блесен практически нету. Есть рыболовы, которые не смогли подобрать колеблющейся блесне скорость подмотки определенную и способ проводки, технику проводки. Поэтому
всегда, прежде чем выходить на водоем, ловить рыбу на колеблющуюся блесну, всегда хорошенько надо протестировать ее, погонять в воде, погонять в ванной, на прозрачной воде мелководья. В ванной зачастую есть колеблющиеся блесны, которым просто не хватает простора ванной для того, чтобы оценить их реальную игру. Поэтому надо выйти на водоем, прозрачная вода мелководья, забросили, провели, посмотрели. Одну блесну, вторую, провели ее медленно, провели ее быстро, провели очень быстро. Если, например, медленно ее ведем, она имеет какой-то нестабильный ход у блесны. Это зачастую тоже очень хороший способ проводки. То есть непредсказуемые движения у колеблющейся блесны. Вот просто она идет и как хочет играет. Если вести чуть быстрее, она начинает уже видимые какие-то повторяемые колебания выдавать. Это тоже хороший способ, который в принципе считается самым универсальным. Третий способ – это повышенную скорость проводки делаем. В этот момент блесна может, например, срываться в штопор, начинать крутиться. Когда рыба активна, зачастую рыба берет очень хорошо и такую блесну. Может она на быстрой проводке, например, очень хорошо работать. Блесна, например, на медленной проводке не работает. Вот как трехгранка, например. Вот сейчас я покажу ее. Вот блесна, например, трехгранка. Вот это специально, ее можно сказать, это специально жереховая блесна. Вот она на медленной проводке практически не работает. Зато очень хорошо работает на ускоренной проводке. И на очень быстрой проводке она выходит даже на глиссирование. То есть она за счет вот такой вот килевой формы, она выходит на поверхность и выпрыгивает. Если мы быстро вращаем катушку, где-то через 4-5 оборотов она начинает выпрыгивать на поверхность. Выпрыгнула, занырнула, опять прошла, выпрыгнула, занырнула. В принципе, вот я говорю, что любая блесна, если к ней подобрать скорость проводки, она будет ловить рыбу. И естественно, как бы внимательно надо наблюдать и за рыбками, которыми питается хищник. Допустим, с утра рыбки находятся в прибрежной зоне. Соответственно, какой смысл забрасывать, например, колеблющуюся блесну куда-то вглубь водоема, облавливать глубокие ямы, если хищник тоже выходит всегда ночью туда, куда идут его основной корм, то есть мальки. Где мальки, там и хищник. И, соответственно, и проводку блесен тоже надо подбирать. Если действовать не бездумно, то и цвет блесны, и способ его проводки, и места, где надо ловить рыбу, то очень-очень можно легко подобрать и как бы подойти к этому процессу не просто как бы бездумно. Бросил и кидал, бросил блесну, провел ее, словил щуку. А почему словил, где словил, непонятно. Теперь остановимся на таком моменте, как оснащение блесны крючками. Ну, совершенно очевидно, что любая колеблющаяся блесна, если мы хотим на нее хорошо ловить рыбу, она должна быть оснащена высококачественными крючками. Ну, очень эффективно используются такие крючки, как овнер, например. То есть мы берем блесну, меняем обычный тройник на овнер, и у нас сразу за счет этого автоматически увеличивается эффективность ловли. Очень важным моментом является соответствие блесны и крючка. То есть классическая компоновка колеблющейся блесны заключается в том, что ширина поддева тройника, а в основном, в принципе, большинство блесен оснащается именно тройным крючком, оно должно быть расположено таким образом, что вот сейчас вот видно, что ширина тройника, двух поддевов тройника, как бы, должна быть равна ширине блесны в самой широкой части ее. Вот это, в принципе, классическая компоновка колеблющийся блесен. Если вот таким образом именно был выбран тройник, это уже хорошо. Ну вот кроме того, как оснащать колеблющиеся блесны тройниками с открытыми жалами, естественно, такие блесны, они будут цепляться. Как можно поступать в данной ситуации? То есть совершенно очевидно, что такая блесна, бросать ее, например, в коряжник какой-то затопленный, это будет жалко. Как действовать в этом случае? Существуют такие так называемые незацепляющиеся блесны. У нас об этом тоже был целый выпуск. Вот, жестко закрепленный крючок. Здесь может быть не жестко закрепленный крючок, а тройник, например, с проволочной защитой усов. То есть разницы нет. Вот есть финские блесна, например, они выпускают сразу тройник или двойной крючок. И тут сразу идут усы защитные. То есть вот такая блесна уже как бы превращается в незацепляйку. То есть вот мы взяли блесну, привыкли, например, на нее ловить. Уже хорошо чувствуем ее проводку, но цепляется часто. Поэтому взяли совершенно спокойно и поставили сюда, купили, например, тройники или сами сделали тройники с проволочной системой защиты или лесочной системой защиты. И у нас она превращается в незацепляйку. Вот. Существуют еще блесны, оснащенные как бы одинарным крючком. То есть мы можем поставить вместо тройного крючка на заводное колечко одинарный крючок. Кроме офсетных крючков, вот офсетные крючки, существуют еще крючки с проволочной системой защиты, тоже одинарные. Значит, при выборе крючков для колеблющихся блесен следует обращать внимание вот на это колечко. Вот это колечко,
должно быть довольно-таки большого диаметра. Почему? Потому что заводное кольцо в любой колеблющейся блесне довольно-таки широкое, имеет, как правило, не менее 1,5 миллиметра толщиной, как бы в самой широкой своей части. Поэтому одеть, если мы возьмем крючки, например, с маленьким слишком колечком, будет проблематично. Поэтому как бы вот такие крючки очень важно выбирать тоже с умом. Кроме того, что крючок как бы одинарный с проволочной системой защиты сам по себе хорош, зачастую, чтобы повысить уловистость, еще на него можно одевать твистерочек. Это тоже значительно повышает уловистость. И кроме того, подсадка твистера на крючок блесны колеблющийся стабилизирует игру. Вот здесь, например, четыреххвостый твистер, он очень хорошо, как бы его еще кальмарчик называют, каракатица. Вот он на падении очень хорошо позволяет работать и стабилизирует игру. То есть блесна без твистера имеет, может, например, несколько невыразительный ход, а с твистером ход сразу стабилизируется. То есть он парашютик небольшой сзади, и блесна уже довольно-таки равномерно хорошо работает. Вот еще раз повторю, что для оснащения колеблющихся блесен, особенно в противозацепном исполнении, очень хороши офсетные крючки. Ну, тоже их выбирать, как я уже сказал, надо обязательно ориентироваться на колечко. Если у нас колечко имеет достаточный диаметр для заводного кольца, то это нормально. Офсетный крючок лучше всего оснащать червяком искусственным. Сейчас эти приманки уже стали появляться в магазинах, и этим надо пользоваться. Чем хорош червяк? Если мы возьмем твистер, твистер имеет довольно-таки массивное толстое тело, и если мы его посадим на офсетный крючок, то будет плохо подсечка получаться, потому что как бы тело твистера будет мешать. А вот такой вот червяк, например, вот видно соотношение червяк и офсетный крючок, вот такой уже червяк будет очень хорошо работать. Одевается просто очень. Сначала прокалывается передняя часть, одевается эта передняя часть на ступенечку. Теперь мы прикладываем червяка, чтобы посмотреть место прокола, вот где-то посередине, и прокалываем. Вот когда мы прокалываем, для того, чтобы улучшить подсечку, лучше сначала вывести тело червяка, чтобы как бы прокол был сквозной, а потом немножко вернуть. И оставить легонечко-легонечко торчать кончик жала. Тогда у нас при подсечке жало очень легко освободится и будет хорошо подсекать рыбу. Чем хорош еще искусственный червяк? Допустим, при поклевке щуки мы повредили переднюю часть крючка. Как быть? Обычный твистер пришлось бы выбросить. А здесь мы можем поступить следующим образом. У нас, например, разорвали червяка в передней части. Мы вот так вот снимаем его. Берем и немножко укорачиваем. Соответственно, самое главное, на офсетном крючке разбиваются именно стыки, вот где силиконовый червяк крепится, то есть где выходит крючок и где он крепится вот на эту ступеньку. Вот эти части разбиваются, поэтому немножко оторвав его, мы опять как бы в новую часть втыкаем крючок и как бы заново оснащаем. И получается, что за несколько поклевок у нас червяк все время укорачивается. И если бы, например, нам пришлось бы использовать, если бы мы использовали обычные твистеры, нам пришлось использовать, например, там 2-3 твистера, то мы можем в данной ситуации обойтись одним червяком. Колеблющиеся блесны бывают различных совершенно размеров. Вот это я для контраста специально взял маленькую колебалочку и такую, в принципе, нормального размера щучью колебалку, которую назвать даже крупной нельзя. То есть совершенно очевидно, что вот эти две блесны, они будут ловить рыбу совершенно по-разному. Ну, не секрет, что чем меньше блесна, тем больше на нее хищников будет бросаться, и тем больше на нее рыб маленького размера будет бросаться. То есть, как бы, если мы хотим большое количество поклевок, мы должны идти в сторону уменьшения колеблющихся блесен. Если хотим мало поклевок, но чтобы клевала более крупная рыба, как бы отсечь мелочь, то надо использовать более крупную блесну. Ну вот колеблющиеся блесны имеют, все три блесны имеют разные размеры. Это можно продолжать, то есть форм колеблющихся блесен, изготовленных из листового металла, очень много. Вот это вот тип блесен, это так называемые блесны и прутки. То есть они изготовлены из всевозможных прутков. Это могут быть прутик круглый, вот как, например, у кастмастера, и срез под углом. Это могут быть шестигранные прутки. Это вот тоже два вида шестигранных прутков. Вот, вот эта блесна и вот эта. И трехграночки всевозможные. Вот это вот знаменитая русская блесна, трехгранка. Очень компактная, тяжелая, дальнобойная. Такие блесны очень хороши тем, что они имеют очень компактные размеры и очень дальнобойные.
И хорошо работают при хорошем соотношении, они хорошо работают вот именно на быстрых скоростях проводки. Кроме того, есть такие блесны, кроме блесен прутков, как бы еще есть блесны. Но опять же вернемся к тому же, к той же трехгранке, хотя она как бы из прутка сделана. И вот блесна Днепр, это украинская. Вот эти блесны как бы хороши тем, что они, их можно назвать глиссирующие блесны. То есть при проводке они выходят на поверхность. И за счет этого они предназначены именно для поверхностной проводки. То есть, естественно, их можно проводить и вблизи дна, и в толще воды. И можно проводить различными способами, но очень хорошо они работают именно наиболее, вот скажем так, их ценное качество этих блесен, что они глиссирующие. Выходят на поверхность и идут по самой поверхности. Тем самым они предназначены хорошо для ловли жереха и неплохо на них клюет головы. Очень оригинальным симбиозом колеблющейся блесны и воблера является вот блесна такая, так называемая цикада. В чем плюс вот такой блесны? Имеется впереди широкая часть и подгрузка. Так вот, за счет вот этой вот широкой части впереди, она чем-то напоминает воблер класса Rattlin. И очень интересно работает. То есть при проводке она мелко вибрирует. И на спинке имеется несколько отверстий. Вот эти отверстия позволяют как бы закреплять. Если за одно отверстие закрепляем, у нас как бы частота колебаний меньше и скорость заглубления меньше. За другое отверстие меняем угол наклона цикады. И получается, что она глубже заныривает и начинает активнее вибрировать. Вот такие приманки довольно интересные, так как она идет как бы при проводке вот в таком наклонном положении. Крючок сзади, она довольно-таки редко цепляется. Еще можно ставить сюда двойник жалами вверх, вот так вот ставить. И она еще меньше будет цепляться. Вот, очень интересная блесна. И что характерно, за счет того, что она высокочастотная блесна, эти вот блесна, вот типа цикады, очень хорошо работают по окуню и судаку. Особенно хорошо работают по окуню, по активному окуню, если заброс сделать, далекий заброс позволяют сделать и быструю проводку. То есть на быстрой проводке они хорошо работают, привлекают активного окуня. Причем не обязательно цикады вести у самого дна, очень часто на них хорошо ловить в толще воды и даже у поверхности, вот именно активного окуня. Но вот за счет вот такой компоновки та же цикада очень хорошо позволяет ловить и со дна. То есть мы опустили ее на дно, начинаем медленную проводку. Нос чиркает по дну, поднимает муть, а тройник находится выше дна. И тем самым очень хорошо вот таким образом можно ловить судака. Вот эти блесны в принципе рассчитаны для того, чтобы ловить треску на море. То есть это морские блесны. В принципе, это довольно-таки легкие морские блесны, одни из самых легких. То есть вот здесь видно вес 25 грамм, 35 грамм. То есть разного веса они существуют, но, естественно, для моря, например, вот такие блесны, это легкие, потому что на море зачастую применяются 100-граммовые, 200-граммовые, даже килограммовые пилькеры вот такого типа для ловли трески, потому что высокое волнение, большая глубина, ловля в отвес, вот тяжелые блесны используются. Но в наших условиях вот такие блесны очень хороши для ловли в отвес, например, мы ловим с лодки, сплавляемся вниз по течению и блесним. Как зимой совершенно, так же самое. И очень хорошо можно ловить вот судака, щуку. Но самое большое применение в наших условиях вот такие вот пилькеры приносят при ловле в заброс и верховой ловле жереха. То есть они очень компактные, изготовлены из свинца, довольно-таки тяжелые. Расцветки можно подобрать любые, какие нам надо. Естественные, можем блестящие, голографические. Тройничок очень хорошо работает на ускоренной проводке по жереху. Ну вот блесны тоже довольно-таки интересные, они изготовлены из двух пластин, то есть пластины латунь, например, и медь, и потом еще медь сверху покрыта, например, серебром, и потом зашлифована. Вот такие блесны, они как бы двух-трехцветные, очень интересные, можно поработать с гальванопарами, то есть подобрать металлы, которые при соединении как бы создают электрическое поле, которое привлекает рыбу. Очень интересная форма вот блесны, например, вот эта вот знаменитая блесна Атом, очень хорошо ловит щуку. И особенность у нее такая, то есть при медленной и средней скорости проводки она колеблется, а при ускоренной начинает вращаться. Поэтому как бы пассивную щуку мы ловим на более медленной скорости, а активную можем ловить как вертушкой, грубо говоря. Может быть, вертушки, кстати, и появились после того, как люди попробовали ловить на колеблющиеся блесны, которые крутились, которые хорошо ловили рыбу. Теперь о расцветке блесен. Ну вот у меня три блесны, и все блесны имеют совершенно разные расцветки. Какая расцветка лучше всего работает? Ну, совершенно очевидно, что чем прозрачнее вода, тем чем
выше контрастность в воде. Чем лучше в воде можно рассмотреть детали, тем лучше будут работать естественные расцветки. Вот такого типа, вот, например, вот расцветка с очень высокой детализацией. То есть тут чешуя рыбы нанесена и глаз нарисован. Блесна вообще раскрашиваются довольно-таки интересно. То есть если одна сторона у них как бы получается одним цветом, то, как правило, все производители другую сторону делают другого цвета. Почему? То есть одна, например, сторона у нас такая более естественная, а другую сторону часто делают, например, яркой, контрастной. Почему? Блесна при проводке вот начинает вот так вот колебаться и показывает то одну, то вторую сторону. И тем самым как бы мелькание вот это очень хорошо раздражает рыбу. Вот очень интересная блесна, вот ложка. Это прибалтийцы раньше делали. Очень хорошая колебалочка. Вот с наружной стороны это золотистый цвет. Причем на ней нанесены рисуночки такие, вот полосочки, которые не позволяют блесне иметь такой чисто блестящий такой голый цвет. То есть, в принципе, любой цвет колеблющейся блесны, надо, чтобы он имел рассеянный немножко. То есть, надо избегать блесен, которые имеют яркий блестящий цвет. То есть, самый лучший цвет – это матовый всегда. Если, например, золотистый, желтый, серебряный. Но лучше, чтобы эти все цвета были матовые. То есть, никелированные блесны, которые имеют яркое такое покрытие, они не очень хорошо ловят рыбу, потому что цвет слишком пугающий. То есть чешуя у рыбы тоже шрифленая. И свет получается от любой рыбы, которая отражается, он рассеянный. И поэтому блесны тоже надо стараться делать, чтобы они имели рассеянный цвет. И вот одна сторона, например, вот у нас с маленькими решеточками такими золотистая, другая сторона белая с красной полоской. В любом случае вот это добавляет контрастности блесне. Вот эта блесна тоже очень интересная. Это я самостоятельно ее раскрашивал. Очень интересный способ покраски, кстати, колеблющихся блесен. Я о нем чуть-чуть попозже расскажу. Вот у нас одна сторона белая. Белая с красным. В принципе, считается, что бело-красный цвет – это, в принципе, щучья блесна. На щуку очень хорошо работает. Вот как воблеры, например, тело белое, а голова красная. Вот так же самые блесны. Всегда элементы белого с красным очень хорошо работают. А другая сторона – флуоресцентная желтая с зелеными полосками. Вот такая блесна тоже при проводке очень хороша при ловле в чуть замутненной воде. Потому что в замутненной воде флуоресцентные цвета видны лучше. Вообще с раскраской блесен нужно экспериментировать. Не нужно этого бояться. То есть покрасили блесну, как я уже покажу потом, как покрасить блесну очень легко. Можно фломастерами даже полоски поставить, можно наклеивать флектолайт, точки, полоски. Все это добавляет привлекательности, и бояться этого не нужно. При ловле в чистой воде, особенно в яркий солнечный день, очень эффективно использовать черные блесны. Вот у меня, например, вот эти вот блесны специально, они покрашены черной краской. В общем-то, лично для себя мы решили, что черные блесны это самые универсальные. Потому что в чистой воде они очень хорошо работают. И как ни странно, черный цвет очень хорошо виден и в мутной воде. Причем и в сумерках, и ночью, и в мутной воде, например, после дождей, вода в реке, например, замутнела, или в озеро впадает ручеек с мутной водой, тоже вода немножко подмутнела. Вот черные блесна, они оказываются самыми контрастными. Поэтому вот лично для себя мы как бы пришли к выводу, что это такой один из наиболее универсальных цветов. Вот желтые вот эти вот точечки поставлены, желтые пятна, поставлены для того, чтобы добавить немножко заметности блесне во время проводки. То есть, если мы черную блесну ведем, ее вообще не видно в воде. А во время ловли всегда желательно примерно контролировать, особенно если ловля ведется вблизи кромки травы, вдоль берега. Всегда желательно, чтобы мы видели блесну. Так вот, желтые точки позволяют нам увидеть блесну. Ну и рыбе тоже дополнительно как бы дают возможность привлечь внимание. Uh,
обычная трубка, косые срезы впереди. Угол среза подбирается опытным путем. Посмотрели, не понравилось. Взяли, подточили немножко, угол изменили напильником или на наждаке. С одной стороны, с другой. Подобрали парусность мушки и выбрали ту проводку, при которой эта блесна нормально начинает работать. Тоже трубочки. Простая блесна, как грабли, но работает хорошо и ловит рыбу. Что интересно, покрашена тоже она таким же оригинальным способом. И здесь светящийся лак. Если ее зарядить фонариком, она в темноте светится. Вот ей можно неплохо очень ловить ночью, например, на перекатах головля и судак попадается. Теперь по весу блесен. Существуют блесны легкие, средние, тяжелые, очень тяжелые. Как подбирать вес блесен и зачем нам нужны блесна определенного веса? Ну, если мы ловим на мелководье, то там, где глубина, например, до дна или до поверхности водной растительности, которая почти доходит до поверхности воды, порядка где-то метра-полутора, то очень эффективно использовать вот такого типа блесна. Вот если посмотреть, ну вот такая блесна, изготовлена из тонкого металла. И она очень легкий вес имеет и позволяет ловить вот именно там, где не глубоко. То есть ее можно провести очень медленно, она будет хорошо работать на медленной скорости проводки и не будет пахать дно. Если же мы ловим на большей глубине, то, естественно, подбирается блесна потяжелее. Вот здесь уже металл заметно толще. Можно еще комбинировать, кроме того, как толщиной блесны, можно, например, толстую блесну тяжелую заставить идти чуть повыше, если поставить, например, мушку или твистер парусящий. Вот такая блесна уже немножко начинает выше идти. Смысл в том, что любая блесна должна проходить в том горизонте воды, в котором стоит хищник. Поэтому, если хищник стоит, например, у поверхности, значит, блесна должна проходить именно там. Если в толще воды, значит, в толще воды. Если у дна, значит, у дна. И, исходя из этого, подбирать блесну, то есть, исходя из условий ловли. При этом еще необходимо ориентироваться на такой момент, как скорость проводки. Если мы ловим пассивного хищника, а где-то в 80-90% случаев, когда мы выезжаем на рыбалку, мы попадаем именно на пассивного хищника, то проводка блесны должна быть замедлена. Исходя из этого и подбирается и размер блесны, и вес, и слой воды, в котором она проходит. То есть приманка должна двигаться медленно. Допустим, мы хотим хорошо ловить рыбу во всех практически условиях. Ну, допустим, щуку. То для ловли щуки лучше всего подбирать блесны не разных видов, а подбирать, например, блесна одного вида, но разных размеров. То есть один модельный ряд блесен берем и подбираем маленькую блесну, среднюю, большую и очень большую. И поэтому получается, почему это очень такой рациональный и эффективный способ ловли на колебалочке. Особенно это хочется заострить внимание для начинающих рыболовов, которые только-только начинают осваивать ловлю на колеблющуюся блесну. Любая колеблющаяся блесна начинает хорошо ловить, когда вы хорошо подберете способ ее проводки. То есть на каком способе проводки, при каких колебаниях она лучше всего ловит рыбу. К примеру, мы начали хорошо ловить вот на блесну такого типа. Ну, с мушкой, без мушки. В принципе, и оказывается, что вот рыба хорошо на нее реагирует, мы хорошо подобрали скорость проводки, рука у нас привыкла, вращая катушку, вот именно к этой блесне, мы уже почувствовали ее, и хотим поставить более крупную блесну. Если мы вдруг поставим вот сразу, если мы тем более не имеем опыта ловли на блесну, поставим вот такую блесну и попытаемся ее вести с такой же скоростью, то, естественно, у нас какое-то время уйдет на то, чтобы рука привыкла вот к работе вот этой блесне. Когда мы научимся ее чувствовать, научимся почувствуем ее проводку, когда она нормально работает. Так вот, чтобы этого не произошло, чтобы минимум времени на адаптацию использовать, можно взять и поставить просто такую же самую блесну, только более крупного размера. Вот, это тот же модельный ряд блесны, только более крупного размера. И получается, что как бы изменений у нас будет минимум. Поэтому, если вы начинаете осваивать ловлю на колеблющуюся блесну, выберите, например, какую-то блесну, можете поспрашивать у знакомых или еще у кого-то, на какую блесну они лучше всего ловят, какая блесна им больше всего нравится. Вот, к примеру, если там на дамовский FZ им нравится ловить, вот возьмите, значит, купите себе планку FZ-ов разных размеров, именно разных размеров цветов. Но главное, что это планка всех блесен одного типа.
То есть маленькая, средняя, тяжелая и большая. И это позволит вам хорошо научиться ловить вот именно на колеблющийся блюст. После того, как вы освоили один тип блюсен, второй, третий, вот так же само, планками, то есть маленькая, средняя, большая, маленькая, средняя, большая. И постепенно потом, когда вы уже поймете, что колеблющаяся блесна — это в принципе довольно универсальная приманка, вы уже сможете ловить на любую колеблющуюся блесну. Быстро на месте ее подстроив, поставили мушку, она заиграла лучше, там поставили твистер, более длинный, более маленький, подобрали скорость подмотки, проводку подобрали и будете уже на нее ловить. То есть любую блесну, в принципе, перед тем, как ловить, достали из коробки, раз, два, прогнали спиннингом по воде, посмотрели, ага, вот такая проводка нормально работает, и все, и ловим на нее. Вот очень интересный секретик, который как бы я тоже часто использую для ловли на колеблющиеся блесны ступенчатой проводкой. Причем ступенчатой проводкой не с отдачей лески, а на натянутой леске. То есть мы подмотали, чисто катушкой вращение происходит. То есть проводка блесны осуществляется только путем вращения катушки. Так вот, чтобы блесна, любая колеблющаяся блесна, хорошо опускалась вниз вертикально и вот так вот покачивалась, можно использовать такой прием, как вот высверливание нескольких отверстий. Вот мы здесь вот прямо по центру блесны высверливаем несколько отверстий продольных, вот как в парашюте. Парашютист, когда прыгает, тут всегда в парашюте, в центре купола, как правило, существует отверстие для того, чтобы как бы парашютист опускался более отвесно, как бы стабилизирует его падение. Так вот, если блесне вот здесь вот просверлить отверстие, такое где-то сантиметра полтора диаметром, или несколько отверстий, но строго по центру, то блесна на падении будет очень хорошо работать. Если она без отверстия, например, идет вот так вот в сторону, или там, например, как-то по непредсказуемой траектории опускается. Непредсказуемая траектория при ловле на колеблющуюся блесну, это тоже очень хорошо, поэтому этого бояться не нужно. Но вот если мы хотим повторяемые стабильные движения, то есть блесна ведем на равномерной проводке, работает нормально, а потом нападение начинает хаотично работать. Иногда это хорошо, иногда плохо. Поэтому вот просверливаем несколько отверстий или одно большое отверстие, и она нападение уже начинает вертикально вниз опускаться с покачиванием. Очень хорошо ловит блесну. Очень хорошо вот такая блесна ловит рыбу. Колеблющаяся блесна может иметь украшения такие вот, как, например, хвостик пластиковый, может иметь пластиковую трубочку на цевье крючка, а может иметь не украшение, а такой дополнительный элемент подзвякивающий. Вот как маленький лепесточек. Вот я, например, на заводное колечко одел маленький лепесточек, заготовка под лепесток вращающейся блесны, маленькая, где-то порядка нулевочки размером. И вот этот латунный лепесточек, вот при проводке он как бы имитирует хвостик и в то же время издает вибрацию. То есть тоже довольно-таки интересное решение и дополнительно тоже привлекает рыбу. Хочется еще остановиться на том, что любая подсадка на крючок на игру практически не влияет, то есть блесна вот без кембрика играет практически так же само. Но кембрик значительно увеличивает количество поклевок мелкой рыбы. Вот, к примеру, если блесна, ну это в принципе такая, и окунь на нее хорошо ловится, то есть это не крупная блесна. Но вот без кембрика на нее, например, ловится окунь, например, начиная там от 250 грамм, а вот с кембриком может схватить даже 100-граммовик, то есть он чисто атакует кембрик. Поэтому любая подсадка на крючок, будь то мушка, будь то маленький твистерочек, это всегда дополнительная привлекательность для блесны. Теперь поговорим о технике проводки блесны. Колеблющаяся блесна отличается от множества других спиннинговых приманок тем, что она позволяет ловить практически на любую проводку. То есть проводки могут быть разные, как я уже говорил, замедленная проводка, при которой блесна нестабильно работает, то есть она не входит в колебательный контур, она просто болтается абы как на леске. Это хорошая проводка, на нее часто рыба ловится. Проводка, при которой блесна входит как бы в колебательный контур и совершает повторяемые движения, вот, к примеру, вот такие. То есть они могут быть разные, но вот такие вот движения. Если мы начинаем вести быстрее, блесна может начать вращаться. Это тоже третий тип проводки. Это как бы мы сейчас говорим о равномерных проводках, но колеблющиеся блесны, кроме равномерных проводок, допускают еще и все другие типы проводок. То есть это может быть неравномерная проводка в стиле твичинг. То есть мы вращаем катушку и поддергиваем все время спиннингом. Это может быть проводка ступенчатая. То есть положили блесну на дно, подняли 3-4 оборота, пауза. Она как джиг медленно опускается. Проводка, например, с отдачей лески, то есть мы потянули блесну, вот американцы очень любят вот таким способом ловить на колеблющиеся блесны, то есть они подняли, блесна сработала, потом опускают спиннинг вниз и выматывают быстро леску, в этот момент блесна опускается. Причем блесна может опускаться на натянутой леске, если мы вращаем катушку, а блесна как бы идет по дуге вниз, и можем с отдачей, то есть потянули, отпустили вниз, и блесна начинает
Некоторые блесны начинают вертикально вниз опускаться при отдаче лески. Некоторые начинают вот так вот вращаться и уходить в сторону. Некоторые блесны даже после отдачи лески, они наоборот назад планируют. То есть как приманка Flying Claw, которую ты тянешь на себя, отпускаешь, она хоп и назад пошла. И получается такая проводка очень медленная и эффективная. То есть как бы шаг вперед и два назад, грубо говоря. Так вот, все вот эти типы проводок очень хорошо позволяют ловить рыбу. Причем очень интересно, и в первую очередь надо пользоваться неравномерными проводками. Если мы ловим, например, активную рыбу, то, естественно, лучше использовать равномерную проводку, при которой блесна быстро позволяет облавливать акваторию. Если же рыба пассивна, всегда колеблющаяся блесна, проведенная нерегулярным темпом, принесет большее количество поклевок. Поэтому мы видим окошко травы, кинули туда колебалочку, и пусть она свободно опускается. Может опускаться на натянутой леске, только немножко по дуге в сторону нас. А может отпускаться вертикально. Следить за леской и смотреть. Оп, леска дернулась. Ага. Значит, это, скорее всего, поклевка. Тут же подсечка. И очень часто вот щук в окнах травы среди кувшинок удается поймать именно на просто нападение. То есть блесна падает, и в этот момент она ее хватает. Поэтому колеблющаяся блесна... Надо проверить любую колеблющуюся блесну, как она работает на неравномерной подмотке. То есть посмотрели, то есть она падает вниз вертикально, падает в сторону. То есть мы, например, если блесна вертикально падает, вот мы видим, например, узкая полоска среди водной растительности. И в эту полоску бросаем и ступенькой на себя ведем. Если у нас, мы знаем, что блесна падает, например, на паузе на натянутой леске вертикально вниз, то она совершенно спокойно пройдет это место. А если она вдруг начинает вращаться, вот как кастмастер, например, на паузе она начинает вращаться и уходить в сторону, то, естественно, она сразу в водоросли влетит. Вот, кстати, очень интересно, зачастую рыба ловится очень хорошо именно со дна. Ну вот мепс-циклопчик 2.0. Вот как-то приезжал к моему знакомому американец, товарищ, и американец, вот мне знакомый говорит, он страшный форелилов, свози его, если не сложно, на форельную рыбалку. Я говорю, пожалуйста. Сели на машину, поехали, отъехали на интересную речку очень. Эта речка славится тем, что на ней большое количество бобровых плотин. Там, где бобровые плотины на форельной речке, там, как правило, большое скопление форели наблюдается. То есть бобры создают плотину, создается водоемчик такой глубиной, там бывает до 1,5–2 метров. И подтапливаются близлежащие окрестности, они, как правило, в подболоченной местности это делают. Найти такие плотинки довольно сложно, но вот если мы их нашли, то, как правило, если эти плотинки никто не знает, то есть если вы являетесь эксклюзивным, скажем так, держателем этих плотинок, то есть просто никто из рыболовов туда не доходит, то есть идет маленький ручеек какой-то. Вроде откуда здесь рыбе взяться? А потом раз, плотина и глубина 2 метра. Так вот, на таких плотинах огромные форели живут. То есть зачастую, если там браконьеры вдруг не прознают про такие плотинки, то за 2-3 года там просто сумасшедшее количество форели образуется. И вот как раз у меня было такое место, я туда повез этого американца. И вот мы когда приехали, у него, естественно, снастей не было, я ему дал свой спиннинг. И когда открыл коробку с приманками, я говорю, пожалуйста, бери какую хочешь. Ну, на тот момент, это было лет где-то, наверное, 8 назад, у меня самой любимой блесной, было это самой любимой приманкой на форель, были именно вертушечки. Потому что, в принципе, универсальная блесна, он же тоже любитель форелилов в Америке, он же посмотрел вертушки, потом раз, натыкается вот на эту колебалочку, вот циклопчик 2.0. И как он стал цокать языком, говорит, ой, это ж моя любимая блесна там на форель. Ну, а я еще как бы в тот момент, вот она только как бы у меня она появилась, в магазинах они еще, проблема была купить вот фирменные блесны. И я думаю, странно, думаю, вроде как и посмотрим, как он будет на нее ловить. И вот мы начали ловить, ну, как бы, скажем правду, я его обловил, конечно, на той рыбалке, но чисто за счет знания мест. Но зато я увидел... просто сумасшедшей красоты поклевку форели. Форель такая 1,5 кг, мы в поляризационных очках рядом стояли, тихонечко подошли. Я провел несколько раз вертушку, она не вышла, эта форель. Там такая кочка была над водой, нависала, и под ней такая ниша была, в которой вот она и сидела, форель. А вот этот американец, он берет эту блесну, забросил, и там было песчаное дно, это как раз было уже чуть-чуть выше этих плотинок форельных. И там уже на самих форельных плотинках, как правило, дно заиленное, а вот чуть выше там уже песчаное. И вот там песчаное дно, и вот он раз бросил эту блесну, и она на дно медленно, прямо вот перед этой подмытостью, начинает вот так вот опускаться. Опустилась и легла. И вот он, вместо того, чтобы сразу ее опять поддернуть, он легонечко вот так вот пошевелил ее на дне.
И потом раз, коротенький рывочек спиннинга, и мы опять назад. Она хоп, опять назад. И вот на моих глазах, прямо вот на наших глазах, выплывает оттуда такая форель килограмма полтора. Подплывает к блесне, когда она лежит на дне, и смотрит. Американец чик-чик-чик-чик-чик, легонечко ее пошевелил на дне, просто пошевелил. И форель хватит ее прямо со дна. И вот борьба, буквально она пару секунд посидела на блесне и сорвалась. Но факт остается фактом, что как бы в тот момент вот американский вот этот рыболов, он просто открыл для меня глаза на колеблющиеся блесна. Вот как там провести воблер было, например? Можно было тонущий тоже провести вот так же ступенчато, ложить его на дно, шевелить немножко. Но вот как раз тогда для меня открылись глаза на то, что колеблющийся блесной можно ловить не просто равномерной проводкой, как я всегда до того момента и ловил, а вот различные варианты анимации используются, на которые вот форель и другая рыба, щука, очень хорошо реагируют. Когда мы попали на водоем, как нам следует ловить на колеблющуюся блесну? Ну, как бы два варианта колеблющихся блесен, не зацепляйки и зацепляйки. То есть с открытыми крючками и с защищенными крючками. Естественно, блесна с защищенным крючком цепляться будет гораздо меньше. Поэтому как бы для того, чтобы не терять блесны, лучше всегда тестирование произвести не зацепляечкой. Определить места, где подводная коряга, где есть водная растительность, где места возможных зацепов. Когда мы определили направление, сектор, в котором зацепов нет, лучше поставить блесну с обычным тройничком или открытым крючком, одинарником или двойником. То есть разницы нет. После того, как мы определили сектор обстрела. Итак, как основной принцип ловли на колеблющуюся блесну? Колеблющуюся блесну можно вести в толще воды, у самой поверхности и у самого дна, с чирканием дна. В принципе, считается, что наиболее оптимальная проводка колеблющейся блесны, это когда она чиркает по дну или идет у самого дна, придонная проводка. Но вот летом зачастую успех приносит поверхностная проводка, проводка в толще воды и на довольно-таки высокой скорости. Итак, вот сейчас я покажу примерно, как лучше всего проводить блесну и какие варианты проводки колеблющейся блесны есть. Вот мы берем блесну, забрасываем, уже сектор обстрела определен. Вот я забрасываю там, где зацепов нету. Блесна касается воды, я притормозил, закрываю скобу катушки и смотрим по леске. Леска в этот момент дрожит. То есть блесна опускается на дно. Пока она дрожит, значит блесна опускается на дно. Прекратилось дрожание, все, она легла на дно. Мы делаем легкий рывочек, приподнимаем блесну и начинаем медленно тянуть ее. Значит, скорость проводки определяется на мелководье. Вот сейчас я кручу не просто вот с такой скоростью, потому что вот мне так нравится, а на самом деле я уже определил скорость проводки вот для этой конкретной колеблющейся блесны. И уже знаю, даже не видя эту блесну, что вот сейчас блесна идет очень медленно и у самого дна. Вот, рельеф дна я тоже уже определил. Ну вот, блесна черканула вот в прибрежной зоне уже траву. Это вот равномерная проводка. Это первый вариант проводки. Вот эту проводку вот сейчас я произвел возле самого дна. Эту же проводку можно произвести и в толще воды. Если вот, например, вот мы забросили, вот сейчас я считал про себя, получилось где-то на счет 7-8, блесна коснулась дна. Если мы хотим провести блесну не у самого дна, а, например, в толще воды, значит, нам на счете 4, это так называемый метод отсчета, мы начинаем проводочку. И вот при такой скорости, вот как я вот сейчас вот крутил, блесна идет примерно на том же уровне, вот на котором она находится. Если я ускорю скорость проводки, она начнет подниматься. Если замедлю, она собьется с игры и начнет уже идти немножко ниже. Это вот что касаемо равномерной проводки. Равномерная проводка хороша тем, что позволяет за короткое время обловить значительную акваторию. То есть она самая динамичная. И когда рыба активна, например, с утра или вечером, вот щука, например, бьет где-то, у нее период активного клева продолжается, ну зачастую может полчаса продолжаться всего, а то и 10 минут бывает. Поэтому как бы приманки, которые требуют более медленную проводку, которые, например, волнообразная проводка, ступенчатая проводка, все вот эти проводки, они менее динамичные, поэтому как бы они лучше работают по неактивной рыбе. Но теперь перейдем к проводке с подыгровкой. То есть это, грубо говоря, это тот же самый твичинг, как при ловле на воблеры. То есть мы забрасываем блесну, опускаем ее на нужную нам глубину, то есть у дна, в толще воды, у самой поверхности, и начинаем вести с той же самой скоростью, которой мы вращаем, определили, как блесна играет, на какой скорости подмотки. И на этой же самой скорости подмотки начинаем вращать катушку и делать периодические рывочки спиннингом. Вот такой способ проводки, он, как правило,
по динамике он практически не отличается от обычной равномерной проводки, но он эффективнее равномерной обычной проводки, потому что любая неравномерность движения у колеблющейся блесны провоцирует хищника к атаке. Сейчас я покажу примерно, как это делается. Забрасываем в то же самое место. Забрасываем. Притормаживаем, закрываем скобу катушки и следим за леской. Леска дрожит. Зачем следить за леской? Хватка на блесну колеблющуюся может произойти прямо в момент, когда она опускается. Вот сейчас она уже почти у самого дна, и я начинаю подматывать. Вот я подматываю и делаю коротенькие рывочки. То есть у меня та же самая скорость подмотки. И вот щука хватает и на рывочках, и на равномерной проводке. То есть трудно сразу сказать, в какой момент щука может схватить приманку. Причем это может быть щука, окунь, жерех, любая хищная рыба. Вот. Вот такая подмоточка очень хороша, потому что это получается как бы такая миниатюрная мини-ступенька. То есть блесна идет у нас коротенькими рывочками с коротенькими остановками. И получается, что она играет, потом сбивается с игры, играет, сбивается с игры. Имитация больной рыбки. Поэтому как бы хищник очень хорошо реагирует. Это как бы разновидность проводки для ловли активной рыбы. Теперь о проводке волнообразной. Волнообразная проводка – это проводка, когда блесна идет равномерно, и мы периодически делаем плавные подтяжки удилищем. То есть блесна как бы идет не ступенькой как таковой, а вот такой волной. То есть шириной подтяжек и скоростью подтяжек варьируя, мы делаем волну более широкую, более узкую. Покажу сейчас, как это делается. То же самое, мы используем метод отсчета. То есть протестировали дно, блесна падает, например, на дно на 9 секунде. И для того, чтобы проловить всю толщу воды, вот по методу отсчета мы в следующий раз на 8 секунде, на 6, на 5, на 4. И вплоть до самой поверхности все слои воды можем проловить. Как делается волнообразная проводка? Ее выполнять необходимо удилищем. Мы забросили, закрываем, вот считаем, раз, два, три, четыре, пять, вот в толще воды я волнообразную проводку делаю. Проводка такая получается замедленная, и щука очень любит, это уже как бы проводка такая на более пассивную щуку. Тем не менее, проводка довольно-таки шустрая. То есть, если первое место как бы идет обычная равномерная проводка по скорости облова, второе место как бы проводка в стиле твичинг, третья проводка это как бы проводка волнообразная. Значит, ступенчатая проводка, она в принципе похожа на волнообразную и выполняется таким образом, что блесна может касаться дна, а может и не касаться дна. Значит, как выполняется ступенчатая проводка? Если вы знакомы с джиговой ловлей, то в принципе ничего не меняя, можно использовать джиговую проводку. Единственное только, скорость подмотки надо выбирать не как в джиговой ловле, например, там в принципе скорость подмотки не влияет. Мы можем очень быструю подмотку делать, можем очень медленную, в зависимости от условий. С колеблющейся блесной надо исходить из того, на какой проводке она нормально играет. То есть вот мы определили, вот примерно вот с такой скоростью крутим катушку, она нормально играет. Значит, скорость подмотки у нас должна быть именно такая. Вот сейчас покажем, как делается ступенчатая проводка при помощи вращения катушки, без подтяжек удилищем. Закрываем скобу. Смотрим, следим внимательно за леской, леска желательно флуоресцентная. По дрожанию лески мы четко контролируем. Вот блесна уже у дна. Я начинаю проводку. Раз, два, три, четыре. Паузу делаю и слежу за леской. Вот леска дрожит, 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 дрожит. Оп, перестала дрожать. Вот сейчас вот я коснулся дна и сразу на крючок села трава. Вот она уже, да, вот, вот она трава. То есть о чем это говорит? Это значит, блесна идет слишком низко. Следовательно, вот если мы сейчас считали, на счете 8 начали проводку, вот эту ступенчатую, следовательно, для того, чтобы не цеплять траву, сейчас мы проводку начнем делать на счете 8. И делать все те же самые движения, и блесна у нас пройдет, огибая контуры дна, без зацепов. Вот делаем то же самое. Заброс в то же место. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Ну вот на 6 секунде. И начинаем проводку. 1, 2, 3, 4. Считаем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вот хочется обратить внимание. Опять зацепил траву. Значит, надо... О чем это говорит? Значит, вот там мы прошли какую-то зону дальнюю. Блесна шла уже как бы в нормальной зоне, не цепляя водную растительность. А теперь...
когда начали приближаться уже как бы к ближней бровке, у нас блесна начинает цеплять. Как из этого положения выйти? Значит, надо чуть-чуть ускорить подмотку. Пусть блесна собьется даже с ритма, ничего страшного не будет. Но при такой проводке ступенчатой проводке колеблющейся блесны, основные поклевки происходят на паузу. Поэтому, в принципе, как играет блесна, это не столь важно. Ну вот какие особенности ловли на колеблющуюся блесну ступенчатой проводкой путем вращения катушки при неподвижном удилище? У нас блесна опускается на натянутой леске, поэтому у нее определенная игра. Вот у этой блесны она начинает вращаться и уходить в сторону. Потом следующая подтяжка, она вращается в другую сторону и уходит. Вот это вот характерная особенность такой, значит, игры блесны. Если же мы будем делать подтяжки удилищем и потом отпускать леску, то есть как бы это у нас на натянутой леске ступенчатая проводка. Можно ступенчатую проводку делать и при помощи подтяжек удилищем, тоже на натянутой леске. Вот сейчас я покажу сначала проводка на натянутой леске, то есть ступенчатая. Это вот уже по американскому принципу проводка. Вот как она выполняется. Вот мы подтяжечку сделали. И теперь, не ослабляя леску, выматываем ее. Она в этот момент опускается, но по дуге. Опять. И выматываем. То есть не даем возможности леске ослабнуть. Опять вот так поднимаем и выматываем. Скорость подъема тоже определяется так, чтобы блесна успевала сыграть. Вот. Это значит способ проводки на натянутой леске. Это вот американский способ проводки. Чем хорош американский способ проводки при помощи подтяжек удилищем? Мы подтяжки вверх удилища можем делать не просто плавно, а с подыгровочкой. Вот сейчас опять тоже покажу. Вот блесна упала, заглубилась на определенную глубину. Мы начинаем поднимать и в этот момент легонечко подыгрываем. Выматываем, леска натянута. Опять. Раз, 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 раз и опять. Вот такие подыгровочки, они очень хорошо провоцируют хищника. В принципе, американская техника проводки, вот при помощи подтяжек удилищем, она, в общем-то, считается наиболее удобная для ловли на колеблющуюся блесну. Просто вот вращением катушки делать прерывистую проводку слишком однообразно получится. Теперь о проводке с отдачей лески. Проводку с отдачей лески можно делать, конечно, и катушкой. То есть мы вращаем, а потом остановили подмотку и отматываем катушечку назад немножко. Но это не очень удобно. Удобнее гораздо делать именно проводку с отдачей при помощи подтяжек удилищем. Что в этом случае происходит? Мы забрасываем, заглубляем блесну на определенную глубину, делаем подтяжку удилищем. И в тот момент, когда у нас удилище опускается вниз, оно опускается сразу быстро, чтобы леска ослабла и чтобы блесна могла сыграть в свободном падении. И только потом выматывается леска. Это хорошая проводка, особенно если блесна. Тут очень важно, чтобы блесна хорошо играла в этот момент. Вот на проводке с отдачей. Это все определяется заранее на мелководье прозрачном, когда видно, как блесна играет. Вот сейчас я покажу, как делается проводка с отдачей. Заглубляем блесну. И теперь начинаем проводочку. Поднимаем. И теперь свободно леска опускаем и выматываем лесочку. Опять поднимаем. Отпускаем леску вообще свободно. И выматываем лесочку. Можно это, сейчас я утрированно немножко делаю. На самом деле леска настолько свободно не отпускается, чтобы дуга оставалась. Потому что в момент свободного отпускания лески по дуге видны поклевки. Тут индикатор поклевки только дуга из лески. Удилище практически не среагирует на поклевку. Потому что слишком большая дуга из лески. Ну вот мы собрали траву. Проводка с отдачей то же самое. Ее можно делать по как бы варианту плавное поднятие удилища и поднятие с подыгровками. Вот сейчас мы рассказали основные способы ловли на колеблющуюся блесну. Совершенно не обязательно, чтобы блесна вот такого типа. Это может быть любая блесна, вот как у меня вот в коробке находится. Это может быть совершенно любая блесна. В принципе, принципиальным остается то, как каждая блесна играет. И исходя из особенностей игры, подбирается способ проводки. И на водоеме, если мы начинаем ловить на одну проводку, щука не ловится. Тут принцип простой. Активная рыба, активная проводка приманки. Пассивная рыба, пассивная проводка приманки. То есть, чем рыба пассивнее, тем медленно должна приманка двигаться. И тем больше неравномерности движений, скачков, вялых каких-то конвульсивных движений. Чем активнее рыба, тем проще ее ловить. Но это бывает не часто, поэтому как бы с проводками экспериментировать приходится по-любому.
Вот колебалка из домашней мастерской. Обратите внимание, размер колебалки и размер щучки. Да, такие дети клюют. Сейчас мы покажем, как сделать колебалку буквально на коленке. Вот прямо здесь, вот на водоеме. Все очень просто делается. Буквально на коленке. Сейчас мы сделаем колебалочку прямо здесь на месте. У меня есть заготовка, уже вырезанная из латуни. Отожженная латунь. Кстати, есть маленький секретик. Если вы хотите делать, например, из меди заготовку, то медь, как правило, она уже мягкая. Ее не обязательно отжигать. А латунь зачастую бывает закаленная. Так вот, если металл, например, закаляют, нагрели над огнем хорошенько, а потом опустили, а потом на воздухе остудили, и металл отпускается, становится мягкий. А у латуни наоборот происходит. Мы нагрели латунь хорошенько над огнем, а потом для того, чтобы ее отпустить, чтобы она стала мягкая, чтобы хорошо обрабатывалась ножницами, слесарными инструментами, ее надо охладить быстро в холодной воде. Для того, чтобы сделать колеблющуюся блесну, если вы никогда не делали колеблющуюся блесну, необходима будет какая-то емкость с водой. Для того, чтобы сразу тестировать. Мы сделали изгибчик, посмотрели, сделали изгибчик, посмотрели. Итак, вот мы сделали уже заготовку. Что тебе нужно? Ну, по уму это надо как бы специальный инструмент. Но в данной ситуации мы можем вполне обойтись обычным молотком. Конечно, молотки специальные есть для чеканки. Молотки, они различные выпуклости имеют. Потом можно выбивать, например, на деревянные заготовки, сделать выемки всевозможные и на них выбивать. Но это как бы все несколько усложняет как бы технологию изготовления. Берем наковальню, берем молоток. Будем выбивать вот этой частью молотка остреньким краешком. И теперь для того, чтобы мы сделать какую-то форму, нам выбить, это как бы чеканкой сейчас мы будем заниматься. Вот можно использовать обычную газету. То есть вот мы берем газету, складываем ее в несколько слоев, и она получается мягкая. Вот мы сюда положили, и получается у нас мягкая. То есть за счет этого мы сейчас будем выбивать, и за счет вот мягкости газеты мы сможем придать блесне форму. Вот мы положили и начинаем выбивать. Колебалочку. У нее довольно-таки оригинальная изгиб, форма. И вот эта форма уже, вот как показывает опыт, я уже много лет делаю колебалочки вот такого плана. То есть можно сделать любую форму, любого размера колебалку. И принцип такой, что чем крупнее колебалка, тем проще заставить ее работать. Более мелкие колебалки заставят работать сложнее. Поэтому как раз вот мастерство рыболова заключается в том, чтобы сделать миниатюрную колебалочку. Что нам остается сделать? Теперь сюда поставить надо заводные кольца и тройник. Берем тройник с заводным кольцом и заводное колечко. Тройник выбирается таким образом, чтобы ширина его была практически сопоставима с самой широкой частью блесны. Вот, теперь заводим. И в переднюю часть ставим заводное колечко еще одно. Кроме заводного колечка, сюда еще дополнительно можно поставить вертлюжок. Вертлюжок никогда не помешает и дополнительно подстрахует от поклевки щуки, если у нас, например, не будет стального поводка. Ну вот, пожалуйста, колеблющаяся блесна сделана буквально за 3 минуты. Ну, с учетом, что вырезать заготовку, просверлить отверстие чуть-чуть дольше получается, но уверяю вас, вот заставить ее сейчас работать, она вот уже по изгибу, я вот уже вижу, будет работать без проблем. Теперь остановимся на том, как можно покрасить блесну. Ну, не секрет, что блесну можно покрасить очень просто. Взять фломастер и покрасить. Или взять нитрокраску, нанести несколько полосочек, которые как бы добавят контрастности блесне. Но есть такие краски, вот американские, мы вот в фирме Bass Pro Shop заказывали. Порошковые краски, очень интересные. Для того, чтобы красить порошковыми красками, нам понадобится свеча, спички. И понадобятся сами непосредственно краски. Вот сейчас я их достану. Вот они у меня. Ну вот эти вот краски, вот они здесь насыпаны в баночки от Kinder Surprise.
И сверху пробиты прожженные отверстия маленькие иголочкой. Получается солонка, вот как для соли. Вот эти краски сделаны на основе эпоксидной смолы. И очень мелко дисперсные. То есть вот эта пыль, она практически сахарная пудра, даже может быть и мельче. В чем суть покраски вот этим способом? Вот зажигаем свечу. Хорошенько прогреваем. Это лучше делать над газом. Вот когда она накалится, мы посыпем этой краской прямо как с солонки. И эта краска от температуры тут же растечется по поверхности блесны. В том месте, где мы ее посыпем, вот там она растечется. И получится очень качественное покрытие. Добавим, к примеру, зеленые пятнышки. Вот возьмем теперь солонку и сделаем буквально раз, раз, раз. И все. У нас будет как бы блесна такая более контрастная. Вот видно опять. Она хоп и растекается моментально. А другую сторону блесны покрасим белой красочкой. Ну вот сейчас мы прогреваем хорошенько. Ну вот, уже растеклась. Теперь мы берем красную красочку и для контраста подкрашиваем ее красной. Вот. И опять прогреваем. Даже воблеры я покрывал вот этой краской. И получались такие довольно-таки интересные конструкции. Как будто сверху покрыты толстым слоем эмали. Очень крепкие, и зубами щуки практически не разгрызаются. Ну вот получилась у нас блесна, довольно-таки контрастная. То есть с одной стороны она у нас желто-зеленая, а с другой стороны бело-красная. То есть довольно-таки контрастная, в мутной воде особенно она будет хорошо работать. Ну вот мы и показали, как можно прямо в походных условиях придать приманкам дополнительную привлекательность. Надо сказать, что цвет колеблющейся блесны играет довольно-таки существенную роль, потому что колеблющуюся блесну можно провести очень медленно. И при медленной проводке все-таки хищник имеет возможность очень тщательно рассмотреть объект, который он собирается атаковать. Поэтому с цветом стоит поиграть, и на него стоит обращать внимание.